Неопознанные кочующие объекты, именно так в шутку назвали жители края сооружения возле одной из федеральных трасс. Их можно заметить по пути в Новосибирск. Как опять же предположили водители, юрты чем-то напоминают древнемонгольские. Правда, внутрь корреспондентам наших новостей попасть сегодня не удалось. Юрты оказались закрыты уже на современные замки. Скорее всего, как рассказывают местные жители, это сделал предприниматель. Говорят, бизнесмен планирует открыть здесь этнический центр и кафе быстрого питания. Пока же, судя по всему, полным ходом идет строительство. Остается интрига и само меню. Возможно, гостей здесь порадуют хушуром, бузами или арулом. Это, кстати, название блюд, которые любил сам Чингисхан. Как нам стало известно позже, юрты, скорее всего, перекочуют в другое место. Такое решение приняли дорожные службы.